Hey, what's up? Ну что, мы подсобирайтесь, давайте, короче. Мы в прямом, да, все, прямой эфир. Hello, hello. Привет! Да что, привет, еще никого нет. О, Кикелиафан, конечно, здорово. Привет. Ну, слушай, Кикелиафан, ты первая. Самый классный фан-клуб, потому что, девочки, я вас обожаю. Привет! С вами Вера Кикелия, Роман Дуда. Я делала праздничные сережки, несмотря на то, что карантин. В общем, почему мы не должны быть некрасивыми? Ой, должны быть некрасивыми. Будем привлекательными и красивыми. Как я. Собирайтесь. Класс, класс. Привет Крыму, привет. Говорит, пока. О-о. Пока? Зачем пока? Привет лучше перепишите. Пока, конечно, дома. Ну, простите. Витание, витаем у всех. Привет. А кто вообще? О, вы кто такие? А кто? Кто а, расскажем немножко, давайте, кто не знает о нас. Олег Стар, 63. Меня зовут Вера. Это мой муж Рома. Мы познакомились на «Голосе страны». Мы поем. Ну, сейчас, собственно, будем петь. Играть, рассказывать. Играть, рассказывать. Я за тобою на вустах, той нежный поцелунок ты. І від землі, як дикий птах, в полоні пристрасті дамі я полечу. Мов ліхтарики малі, я пригорну тебе до себе та розчинюся, та розчинюся у тобі. Та проросте
тебе до себе. Та розчинюся, у тобі. Подожди, а скільки вам років? А скільки вам років? А це секрет, а це секрет. Боже, мы видим столько друзей. Капец. Аня, Борисполь здесь. Родственники нас ваша все смотрят. Класс, ребята. Брат, привет, брат. Слушай, здорово. Почему здорово? Потому что у меня родственники грузины, поэтому... Ну, похоже, наша парочка на грузины я. Понимаешь? Каким макаром, непонятно. Ребятки, очень люблю вас. И мы тебя очень любим. Ваня, мы тебя Наташа, Анишу. Здорово. Так, шукаю себе девчину. Чувак, ну удачи, слушай. Здесь вполне возможно, здесь что-то... Вова, возможно, тебе повезет. Алина Дудак. Ага, понятненько. Понимаешь, человек с похожей фамилией не нравится. Фу, ну и ладно. Класс. Виталина, привет. Украина, Криворог. Здорово. Да нет, смотрит и любит. И я тут. А кто ты? Подожди. Шкиткал Александр, это да. Фумочка, спасибо. С вами Херсон. Спасибо. Херсону привет большой. Короче, мы поняли, друзья нас поддерживают, говорят, что мы классные. Те, кто не знает, частично говорит, что прикольно, а говорит, что фу. Гамарджоба Геннадь свали. О, Владимир туда. Ну, это мой папа, кстати. Вот так, да. Слушай, поехали. А что мы исполним? Я хочу очень сильно исполнить твою композицию. Ну давай пару словечек про нее. Отдушина, да. Мы недавно буквально сняли клип на песню «Отдушина» в этой, собственно, комнате. Мы находимся сейчас в кухне, у нас в квартире, и вот на этой стене мы снимали клип в условиях карантина. Ну, в принципе, как... Чуваки, если вы муж певицы, я вам соболезную. Да, Рома был главным оператором, мы были всегда на связи с режиссерами онлайн, Леся Подолянка, Дмитрий Гук. В общем, мы сейчас исполним песню, на которую мы сняли этот клип. Заходите, пожалуйста, на страничку Кикелия Вера, кто не был на этой страничке и не видел это видео, ну, слушайте песню, да, вдруг. Я надеюсь, что вам понравится. Неужели не видишь, я разбиваюсь на части, а части. Пардоньте. Хотел мне все испортить. Вот так лучше светлее. Неужели не видишь, я разбиваюсь на части, а части. Виновата сама, принципами мы играли. Что тогда мы поймали без сна до самого-самого утра. Обнимай же меня, милый, обнимай, пока не поздно. Обнимай же меня, милый, обнимай, пока не поздно. Ты душа моя, ты душа моя.
слушала. И душа моя одушена. А что там было? Ребеночка, я не толстая, я просто в положении. Ну, я поэтому, собственно, я грифом и прикрываю. Так, что дальше? Что дальше? Кстати, друзья, если хотите, задавайте нам разные вопросы. Вообще, что вообще кого интересует? Без проблем ответим на любой вопрос. Ребятки, о, здорово. Скорее мне ведро. Что, что, что? Вот, скорее, обнимите Верочку, вы классные. Спасибо большое. Вы были в Умане? В смысле? Что за вопрос? Конечно, был, но не играю. Ну, то есть, как-то так. Спасибо. И вы, милые, ты поняла, мы милые. Да, давай что-нибудь спой. Я хочу. От Романа Дуды. Ну, без Романа Дуды ни туды, ни сюды. Это человек. Правильно, это так Слава Варда, кстати, сказал. Классный чувак. Боярского. Реально похож на Боярского, походу. Подожди, подожди с Боярским. Давай про Дуду. Дуду. Эта песня посвящается всем. Вот, девочка спрашивает, посвящается Вере? Нет, Вере все посвящается. Но это еще придачу посвящается путешественникам. Незнайоме каміння під моїми ногами, я набрався терпіння на шляху між містами. Подорожуючи від міста до міста, я відчуваю, як за плечима легшає мій тяг. Я відчуваю, як за плечима легшає мій тяг. Незнайомі споруди височили наді мною, і такі різні люди зустрічали посмішкою. Подорожуючи від міста до міста, теперь я відчуваю, як за плечима легшає. Я відчуваю, як за плечима легшає мій тяг. Чи пізнаєш ти мене, коли я повернуся, додому повернуся? Пізнаєш ти мене, коли я повернуся, додому повернуся. Подорожуючи від міста до міста, я відчуваю, як за плечима легшає мій тяг. Я відчуваю, як за плечима легшає мій тяг. Я відчуваю, як за плечима легшає мій тяг. Я відчуваю, як за плечима легшає мій тяг.
Ну, кстати, сидя дома, реально, у нас за последнее время даже много песен всяких интересных появилось. И, кстати, реально хочу поделиться с вами крутой штукой. Это GarageBand. Я раньше в нем немножко колупался, но сейчас вышел немного на другой уровень. И, блин, это крутая штука. Если у вас есть возможность скачать его в там, Apple Store, Google Play, качайте. Блин, даже человек, у которого нет студии, нет микрофонов и тому подобное, там все расчехлится и сделает себе треки. Ну, короче, очень крутая штука. У меня на странице можно послушать предыдущий пост за сегодняшний день, где все было сделано именно в GarageBand. То есть нигде ничего не чистилось, вот как есть, так и записывалось. Короче, слушайте, смотрите там. Оценил только Ваня, смотри. Ваня! Так, а что бы я... Знаете что, давайте вспомним классную песню «Мовчаты». Мы предлагаем всем петь ее по ту сторону экрана. Спасибо большое Скрябину за этот трек. Я просто... Вы знаете, что на СТБ был прекрасный сериал «Крепостная», и с моим участием был записан саундтрек. И вообще спасибо команде СТБ, что они меня пригласили спеть этот саундтрек. Это одна из любимейших песен. Вот. Спасибо вам большое, спасибо. Плачу от ваших волосов и от песни, а я плачу от твоих комментариев, честно, Кристель. Спасибо тебе большое, спасибо, это очень приятно, чуваки. Блин, круто, ёлы-палы. Я аж растерялся. Почему? Не знаю, не знаю. Это, кстати, наш второй прямой эфир. До этого у нас был только со Славой Вардой. Мы в самом начале карантина, когда еще была возможность пойти в ресторан какой-нибудь, вот, мы пошли и провели там интервью, которое длилось
сколько? Достаточно долго, часа два, наверное. Спасибо, ребята, спасибо, спасибо, что комментируете, так, что смотрите. Сейчас у нас просится просто еще у нас меньше... Один товарищ. Меньше друг Игорь, есть, Игорь. Мы его возьмем к себе, потому что очень хочет быть с нами рядышком. Это самое нежное существо, которое я когда-либо знал. А, поехали дальше. Головой вниз через окна предвкушаю удар. Я понимаю, все решаем, он не считает так тротуар. Жизнь перед глазами, а я мимо это же кричу. Быть может, кто-нибудь услышит, он не двигался, но дышит, передаст врачу. Будет и зодиак. Суета, но все так же один. Да! На первой полосе газеты каждый хочет дать цитаты экспонат витрин. А надо мной тротуар. Я слышу голос незнакомый, запятая перед коной, мой спасательный плод. Ты моя скорая помощь, ты приехала вовремя. Разряд. И снова дышу. Ты моя скорая помощь, ты от смерти спасла меня. Твой взгляд, мне не хватит слов, я не опишу. Мама говорила, время лечит раны, под вылетит рано, мне... Из кармана! Еще раз, у меня проблема с моими текстами, я каждый раз, когда пишу, реально, можно к логопеду. Давай, так. 3, 4. Мама говорила, под... А что там было? Сейчас, еще раз. Рано или... Не рано, подожди. Поздно или рано? Давай. Мама говорила, под... Это любитель. Это у Фарго есть такая привычка. Мы когда он долго сидит там, типа. Это наш товарищ, понимаешь? Член семьи. Конечно, самый хороший. Ну, где-то бегает постоянно. Переходим на похожий. Есть у нас песня такая. Похожий. Да дружи, похожий. Ее писали специально для французов, но им не понравилось. Что? Давай тишину, счастье наше. Давай тишину, давай.
спасибо тебе. Heaven and Love. Похожи, о Боже. Боюсь признаться, я на краю стою. Ты моя пропасть, я тихо в нею упаду. И доверяю тебе только одному свое счастье. Твоих ладоней берегу. У вас была песня «Who we are to each other»? Да, конечно, слушай. Дай бог мне памяти. Слушай, я, блин, ёлы-палы, ну что ж ты раньше не написал? Я не понимаю, я бы её подготовил. А что? Ну не вспомнишь раз? Сейчас я потыкаю, подожди. Не отпускай, просят. Не отпускай. Я тоже, это подожди. Моя любимая песня, честно вам скажу, не отпускай. Наташа Амищук, вообще без проблем. Your opinion is right. А, я эту песню? Ну, попросил же человек, где он был? Я слова не помню. Где они у тебя? Так, мы сейчас подготовимся, подожди. Да, подожди. Мы исполним, а я пока исполню. Не отпускай, давай. Дрожит в руках, дорожит, но почему-то только на словах. Молчи, не трать, ты никогда не умела врать. Не отпускай, я не уйду в твоих объятиях, как в преду, 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 преду. Не отпускай, я не уйду в твоих объятиях, как в преду, преду. Упасть во тьму, ей власть, а мне походу снова быть одному. Поймешь, дай знать, если суждено понять. Не отпускай, я не уйду в твоих объятиях, как в бреду, бреду, бреду.
Не отпускай, и не уйду в твоих объятиях, как приду. Пускай я не уйду в твоих объятиях, как в бреду, 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 бреду. Не пускай и не уйду в твоих объятиях, как в бреду. Это была целая эпопея. Это, кстати, на эту песню я написал 8 вариантов текста, а выбрали мы второй. Это было именно... Ну, короче, как-то так. Кстати, друзья, подстриг меня Рома. What's up? Вот эти ручки. А ну-ка, зацените стрижку. Ровненько. Ровненько. Давай, говорите, как есть. Как красиво, говорит, песня. Он мне... Правда, спасибо. Меня постриг Рома. Ваня. На карантине, ну, как бы, все было очень некрасиво. Я, кстати, и... сын парикмахера, так что, если что, записывайтесь, но беру дорого, очень сильно дорого. Пожалуйста, поставьте плюсики, кому нравится, как меня Рома подстриг. Дуже гарно, кажете. Вот так. Поняла, поняла. Он жаловался на меня первые 3 дня. Он мне, конечно, еще предлагает покрасить, но я боюсь. Что вы думаете? Привет! Привет, Росичек! Привет, дорогой! Ваня узнал, что за песня просто. А, Ваня, конечно, Ваня. Ну, конечно. Плюсик. Вот плюсик! Ты поняла вообще! Yeah. Вот эти ручки. Они чудят очень много. Клипы снимают, песни пишут. Господи, вообще, стригут. Идеальный мужчина, боже мой. Девочки. Как вот правда, да. Дуже ревненько, ровненько написали. Ну, буквально ровно. Пилил. Давай, Волк. Давай. Да пусть красит. Это рисково, на самом деле. Раньше я кроме забора ничего не красил. Talk to myself many times. I was so empty, like a bird without rhymes. I didn't know how to find the way out. I checked my senses, but there's no place for doubt. Whoa, 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 whoa. I'm just really gonna make it. That's the way.
называется Лоу. Она этой женщине принадлежит. Вот так. Спасибо, вот так. Спасибо. Мы видели все ваши комментарии. Спасибо огромное, нам безумно приятно. Да, реально. Слушай, и кто-то говорил про зодиак. Кстати, смотрите Лапенко. Блин, я тащусь от этого чувака, он реально крут. Лапенко? Да, Лапенко. Ну, это то, что вы вчера смотрели. Так, у нас как раз осталось совсем немножко времени. И последняя песня зодиак. Ты лежишь под одеялом и смотришь сериал. Двухкомнатная пропасть, твой привычный ареал. Прости, я всячески пытался избежать. Теперь тебе меня не удержать, бежать вперед, и пусть меня никто нигде не ждет. Мне по нраву прикид, рубашка и кеды, тяжелый рюкзак, в рюкзаке постоянный бардак без обид. Я уеду к обеду, вина под зодиак, вам меня не исправить. Подпевай же, Владимир. А, хорошо. Никак. Откроешь настежь окна и выглянешь на свет. И с грустью осознаешь, что рядом больше нет меня. Ты будешь долго вспоминать, но не вернется время вспять, бежать вперед, и пусть меня никто нигде не ждет. Мне по нраву прикид, рубашка и кеды, тяжелый рюкзак, в рюкзаке постоянный бардак без обид. Я уеду к обеду, вина под зодиак, вам меня не исправить. По нраву прикинь, рубашка и кеды, тяжелый рюкзак, в рюкзаке постоянный бардак без обид. Я уеду к обеду, вина под зодиак, вам меня не исправить никак. 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 Бежать вперед, пусть меня никто нигде не ждет. Мне по нраву прикинь, рубашка и кеды, тяжелый рюкзак, в рюкзаке постоянный бардак без обид. Я уеду к обеду, вина под зодиак, вам меня не исправить. По нраву прикинь, рубашка и кеды, тяжелый рюкзак, в рюкзаке постоянный бардак без обид. Я уеду к обеду, дына под зодиак, вам меня не исправить никак. Ну что ж, на этом моменте, друзья, мы желаем вам доброй-доброй ночи и отличной недели. Берегите себя и свои. Спасибо большое каналу СТБ за то, что пригласили побыть с вами в прямом эфире. Это наши soulmates. Заходите к нам тоже на страничке. Вера Кикелия, Роман Дуда. Кто не был с нами знаком, нам приятно с вами познакомиться. Хейтерам тоже все целуем, обнимаем. Да тут нет хейтеров, все свои, слушай. Нет, но они были, но они покинули наш чат. Короче говоря, всем спокойной ночи, берегите себя, помните о своем здоровье, в общем, обнимаем. Рома, пока-пока, спасибо.